Приветствую. Данное видео ликбез по настройке навигационной системы CS9320 на Android, она же может быть на винде, под низкое разрешение, то есть это автомобили, к примеру, Toyota Lexus с разрешением матрицы 480 на 234. То есть, если вы купили систему и ее надо настроить, или же вы купили настроенную систему и решили побаловаться с настройками, и у вас сейчас вместо вот такого вот изображения просто полосы или рваное изображение, что нам надо сделать? Во-первых, подключаем данный навигационный блок к любому монитору, который имеет композитный видеовход. То есть вот здесь вот у нас на корпусе есть видеовыход, который подписан как SVBS. Соответственно, получаем изображение. Это наш сейчас рабочий стол. В вашем случае тут могут быть иконки Navitel, iGov и тому подобные вещи. Заходим в менеджер аппликух. Здесь выбираем настройки. Вот так мой помощник выбирает. Дальше заходим в настройки дисплея. Выбираем дисплей. Здесь выбираем screen change. И дальше panel у нас должна быть установлена GVC и resolution 480 на 234, AV600, 61BT. После этого, как мы это все выбрали, мы нажимаем Save, у нас система перезагружается. И плюс, после этих настроек, там нам надо также будет выбрать протокол управления. То есть мы выбрали сейчас настройки непосредственно самого изображения. После этого мы заходим в Screen Change, выбираем Touch. Здесь должно быть выбрано Kenwood DDX7039. Тоже после этого нажимаем Save, перезагружаемся, калибруем и пользуемся. Ну и больше, как говорится, шаловливые ручки пусть не лазят где не надо. На этом все. До свидания.